Громко как зовут? Вячеслав Кузьмин! Прыжок номер один в сотке. Чё? Давай. Могу, да? Я Супермен! Вот это просто супер было! Ва! Ничего себе! Мои яйки, блин, больно! Охрененно освежительно! Ух ты, бля. Ну чё? А долго мне болтаться, а то яйцам больно. Может, ты подсократишься? О, меня стравливают, аллилуйя. Да, очень. Давай быстрее, а? Я хоть красиво летел? Блинский. А я хотел как Супермен. Ну, блин, меня и на том прыжке развернуло. Я уже специально как бы полный доворот уже сделал, как бы. Держи меня, соломинка, держи. Отцепляйся. Ну еще бы это. Давай я. Давай. Припущу, а ты отцепишь. Блинский, тут вода. Сука. Эти, он уходит потихой. Эй, он уходит. Я его это не могу держать долго уже. Ну сейчас я вот этот кроль снизу оставлю. Жмар прицеплю, кроль оставлю. Тебе кроль без карабина. Ой, жмар, я на прыжковый карабин цепляю тебе. И все. Ага, давай. Так, повернись. Я мы сейчас заберем тебя. Блин, телефон. Секунду. Все? Да. Блять, говно на. Да, я тоже в лужу провалился. Свою? Да охуенно. Чё, правда некрасиво упал? Почему красиво? А чё ты говоришь, говно? Ну а как ещё сказать? Я хотел как Супермен, а получилось как говно. В анекдоте, да? У вас дизайн говно, это дизайн говна, тогда не дурно. Так, чё у нас по доброму?